Знаешь, почему ты сейчас не бросишь все и не поедешь на море? Блять, да потому что ты ненавидишь свою работу. Когда ты последний раз предлагал какую-то интересную идею? Когда ты вставал не во сколько надо, а чуть раньше? И если ты все бросил и уехал из маленького городка в Москву или Питер, и пускай ты сводишь концы с концами, но если ты улыбаешься, ты можешь уважать себя. Ты можешь не читать «Коммерсант» или «Афишу», но тогда с тобой просто будет не о чем поговорить. И чтобы искать друзей, не нужен Facebook или ВКонтакте, но чтобы найти партнера по бизнесу одного бара или клуба будет мало, поверь. Счастливые не спрашивают разрешения у начальства. Счастливые хотят быть начальством. Хватит играть в условности, давай на чистоту. Очень много мусора в твоей голове, которую тебе дала школа и университет. Жизнь слишком ценная штука, чтобы не попробовать стать генеральным директором. А работать за копейки? Пошли они все нахуй, пусть работают сами. Если на тебя сейчас оглянулись или ты не до конца уверен, я повторяю. Пошли всех этих советчиков и философов нахуй. Это твоя жизнь. Делай что-нибудь. Делать что-нибудь не значит делать хоть что-нибудь на отъебись. Двигаться вперед — это вообще самое охуенное, чем стоит заниматься. Зима только в твоей голове? Так думала стрекоза из всем известной басни, помнишь? Начинай революцию в голове. Начни двигаться вперед. Двигаться вперед — это значит не вестись на всю эту херню, типа поработаю тут, а дальше гляну. Наслаждаться своими победами и своими ошибками, но своими. Это твоя свобода — жить своей жизнью. Движение — это смысл. Дела никогда не закончатся. Волны всегда были и всегда будут. И море ждет тебя. Но не сейчас. Сейчас вообще не время расслабляться. Вдохни, соберись и стань лучше. Двигайся вперед. И это не реклама.